История со счастливым концом стартовала в Хабаровске и прокатилась по всему миру. Ее герои продолжают жить в краевом центре, а начиналось все обычно. Семейная пара развелась. Потом стало очень страшно. Бывший муж украл дочь у матери и вывез за рубеж. Чтобы вернуть девочку домой, были задействованы различные силы, в том числе на международном уровне. Помогал разрешить эту ситуацию и Михаил Дегтярев, в тот период еще депутат Госдумы. Уже в статусе губернатора он встретился с теми, в чьей жизни сыграл важную роль. Подробности далее. А в Америке как? Да? В Америке понравилось? Нет. Нет, здесь лучше, дома. Ну, здесь все по-русски говорят. Мама здесь, дом родной. Михаил Дегтярев, Олеся Смирнова и ее дочь Виктория познакомились в 2019 году. Тогда, в августе, отец Вики вывез ее из России в Южную Корею. Потом вылетел с полуострова и в итоге осел в Майами. Чтобы мать узнала, где находится ее ребенок, были задействованы огромные силы. Спасатели, дипломаты, правоохранители, в том числе и Интерпол. Обычные люди распространяли информацию с помощью репостов в соцсетях. История затянулась на несколько месяцев. Потому что лично я направил только больше 10 документов в разные инстанции, чтобы установить сначала место нахождения Виктории, ну и впоследствии ее вызволить из Соединенных Штатов. Ну а моя роль, она была, в общем, как и прописана в Конституции, быть мостиком между простым человеком и государственной машиной. Дело осложнялось еще и тем, что отец пугал, что получил статус беженца в США. Получил охранный ордер, который запрещал матери видеться и общаться с дочерью. Как оказалось, это все было ложью. И американский суд отдал дочь Олесе Смирновой. За вами стала огромная страна. Вот просто страна. Дипломаты, Интерпол, адвокаты. Я из маленькой страны, из очень маленькой и очень независимой. Такой независимой, от которой вообще ничего не зависит. Моя страна не помогла мне вернуть мою дочь. И я как мама просто восхищаюсь вами, страной. Теперь Вика Смирнова живет в России, в Хабаровске. Готовится к школе, воспитывает полугодовалого щенка. Можете подержать? Она целоваться полезет. Ой. Еще Вика для человека, который сыграл в ее жизни важную роль, сделала подарок – розы из глины. А Михаил Дегтярев научил девочку лепить ежика. Теперь мать и дочь – обычная хабаровская семья, которая запросто принимает у себя на кухне губернатора Хабаровского края. Марианна Гейт, Надежда Выходцева. Смотри Хабаровск.